Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем делать вот такой грузовик. Давайте посмотрим, что же есть у нашего грузовика. У нашего грузовика есть что? Кабина. В кабине что есть? Точно, окно. Еще у грузовика есть кузов для груза. Есть? Точно, есть колеса. Колеса у нас какие? Круглые. Кабина у нас какая? Прямоугольная. Кузов у нас какой формы? Тоже прямоугольный. Будем учиться делать вот такой грузовик. И потом наш грузовик повезет песок. Готовы? Давайте посмотрим, что у нас должно быть. Полоска зеленой бумаги, полоска оранжевой бумаги, полоска черной бумаги и полоска белой бумаги. Листочек большой. Мы с вами смотрим, какая из этих деталек подойдет для кузова. Большой прямоугольник или маленький? Да, большой. Кладу. Это будет кузов. А это будет кабина. Кладу кабину. Сейчас мне надо будет сделать для кабины окно. У меня есть белая полоска бумаги. Окно, посмотрите у нас с вами, какой формы? Прямоугольной. Мне нужно от полоски бумаги отрезать прямоугольник. Если я буду вот так отрезать, получится окно? Прямоугольник получится, но он будет очень узкий. Если буду вот так отрезать, получится окно? Нет, оно будет очень большим. А если я вот так отрежу? Да, у меня получается окно. Отрезаем и кладем на кабину. А теперь пришла пора сделать колеса. Берем мы с вами черный прямоугольник, сворачиваем его пополам, складываем уголочек к уголочку. Сгиб надо хорошо прогладить пальчиками. Так, получается вот такая книжечка, да? Сложила пополам и сгиб прогладила. Посмотрите, мы будем сразу вырезать два колеса. Колеса у нас какие? Круглые. Что мне надо сделать, чтобы получился круг? Что-что? Отрезать углы. Точно. Буду отрезать все уголочки. Беру ножницы, отрезаю верхние уголки. Кругом, кругом, кругом. Упали уголочки. Повернула. Снова обрезаю верхние уголки. Кругом, кругом, кругом. Упали уголочки. Повернула. Обрезаю верхние уголки. Кругом, кругом, кругом. Упали уголки. Повернула. И последние уголочки. Кругом, кругом, кругом. Давайте проверим. Посмотрите. У меня получилось сразу два колеса. Так, мусор убираем. Ох, не слушается. Так, мусор убираем и кладу колеса. Так, колеса мои готовы. Теперь надо все намазать клеем и приклеить. Так, приклеили. И сейчас уже можно нарисовать. Можно нарисовать внизу дорогу, а наверху нарисовать небо.
Когда вы это нарисуете, мы будем загружать наш грузовик.